Друзья, дорогие, добрый день, добрый час. Татьяна Пикер приветствует вас, компания Arbat Homes. Сегодня мы находимся в замечательном, волшебном месте. Находимся мы в районе Кыргыджак, и покажу я вам сегодня стройку двух замечательных вилл. Как договорились, оцениваем мы, говорим о ценах сразу. Это предложение стоит 715 тысяч евро и рядышком 755 тысяч евро. Что нужно знать о районе Кыргыджак? Все, что ближе к горам, это коттеджные поселки или отдельно стоящие виллы, такие, как сегодня покажу вам я. Ближе к морю – это очень дорогие, качественные комплексы. В этом районе земля очень дорогая, только 5 этажей разрешено строительство. Этот район восточнее Махмутлара, следующий после Махмутлара и самый ближайший к аэропорту города Газипаша. Это также один из плюсов этого района. Вот я решила повернуться, чтобы вы сначала увидели море, а теперь за мной мы видим замечательную панораму на горе. И теперь поподробнее о проекте. Вот этот земельный участок составляет 880 квадратных метров. Расстояние до моря 2,5 километра. Не страшное расстояние, но, конечно, нужен будет вам транспорт. В крайнем случае, электрический мопедик, чтобы добраться до моря и до городской инфраструктуры. Итак, дорогие мои, две двухэтажные виллы будут на этом земельном участке. Это не таунхаусы, это две отдельные виллы, у каждой будет своя инфраструктура. Что касается инфраструктуры, это открытый плавательный бассейн, у каждой виллы будет своя зеленая огороженная ухоженная территория, свой хамам, сауна и тренажерный зал. То же самое у соседней виллы. Вот был с утра запрос, то есть семья, два брата или две сестры, точно не помню, хотели как раз приобрести вот эти две виллы. Дай бог, что к тому времени, как ролик наш выйдет в эфир, она будет еще на продаже. Итак, площадь каждой виллы составляет 290 квадратных метров, два этажа и планировочки 4+1. Почему, вы спросите, виллы идентичные, а вот эта вилла стоит дороже? Потому что вы видите, что часть вот этой виллы, я имею в виду панорама, загорожена соседней, а с той стороны абсолютно, абсолютно нет никаких препятствий, вы можете видеть на 100% и море, и горы. И что еще выгодно в этом предложении, то есть получается вот этого, вот этой вот всей территории вокруг меня, это самое высокое место. И даже если построится какая-то где-то вилла, вот сейчас, например, стройка идет двухэтажных вилл там внизу, но панораму наших сегодняшних вилл абсолютно никакая постройка не закроет, потому что мы находимся на самой верхней точке. И что еще самое важное, то что это предложение по 715 и 755 тысяч евро подходит для гражданства. Вот номер телефона, обязательно пишем, звоним, узнаем, списываемся с менеджерами и договариваемся же по плану оплаты. Что касается плана оплаты, по стандарту озвучиваю 30% первоначальный взнос и до конца стройки, закончится она у нас в феврале 2023 года, хотя застройщик говорит, что планируют они к сентябрю уже сдать эти две виллы в эксплуатацию. Вы можете обсудить, договориться с застройщиком и, соответственно, с помощью ОСМБ об индивидуальном плане, то есть может быть там 30%, может раз в квартал, может раз в 6 месяцев, 2 месяца делать оплаты. Стройка у нас началась в феврале этого 2022 года, и еще раз скажу, что до февраля у нас есть время, хотя застройщик сдаст в эксплуатацию раньше комплекс. Я этого застройщика знаю лично уже много-много лет, видела, какие проекты он строил в районе Хас-Пахче, и были дома пятиэтажные, и были виллы вот такого качества, сама на себе проверила. Дорогие мои, кратенько, еще раз, по ценнику. Две виллы смотрели мы с вами сегодня, 290 квадратов, планировка 4+1, с гардеробной, со своей, в родительской спальне, а также в родительской спальне будет джакузи с обалденным видом на море и горы. 4+1, 290 квадратов, район Кыргыджак, до моря 2,5 километра, две виллы со своей собственной отдельной инфраструктуры. Дорогие мои, вот, но еще раз пишем, звоним. На сегодня я прощаюсь. Татьяна Пикер, пока.